Я вспомнил, в какой фильм залипнуть можно. «Выстрел в пустоту» называется. Не видел. Видел, да? Mm-mm. Ну вот, можешь посмотреть. Хороший фильм. Прям. Сколько человек мне его не рекомендовал, они все мне сказали, что фильм заебался. В циферках 25, 26, 26, 26. Окей. 170 рейтинга. Если 6 мастерства в талантах взят. Что там на ретрика, блять, выки есть, интересно? Сложность. Поменяй там. Чаша есть. А что там со сложностью? Десятку надо. Опять 25 стоит. Десятку поставилась? Нет. Сейчас опять репати придется делать. Да не, туда есть обратно просто. Прошлый раз. Да я в том-то и дело, что я сделал. Естественно, сделал. Присылать? Десятку поставил, попробуйте зайти. Сейчас я супер быстро кофе налью, а то я чуть очень сильно засыпаю, извиняюсь. Дайте рыбу, пожалуйста. Надеюсь, одного танка. Да. Наверное, что нет. Он за кофе пошел. Он же сказал, что купил. Все, 30 секунд, я на месте. Что у тебя отсюда есть на танка, сыка? А, я подозреваю, что мне сюда ничего не надо. Значит, не надо. Сейчас я посмотрю по шмоту. Какое-то там... Че ж тут выпадало тот раз? Запястье у меня лучше. Да, доскары топовые, они с дыркой, блядь. Все, я зашел. Шея, машина ДПС, вагон ДПС. Вот шея у тебя, кстати, сделаю. Шея тоже топовая. Что, запускать?
Да, нажимай. Добро пожаловать, герои. Вы услышали призыв серебряного авангарда и бесколебно. У меня есть с армором уклонением. Он мне не нужен. Ботинки. Здесь будешь, да, по центру? Центр будет. Не-не-не, там. Блять. Я постараюсь попасть в ловушку, но это не факт. Честно, нужно мне. 32-й, Сануба. Ракка? И все. А мне знаешь, что отсюда нужно? Не, у, я. Тебе нужна часть с ловкостью. Какой есть? Кожаный. А у меня и критар. 26-й, зачем? А, критар, ты думаешь уже хардкап РПВ набирать? Я думаю, что да. Ну, критар, ботинки. Да он... Так, через боб скинем стаки. О, это же гуманоид, да? Можно было в него свежим ставить. А потом животные будут. Бля, друида вообще самое говно играть. Типа ты постоянно, бля, ты делаешь крутые трансмоки, но, бля, ты фордер. Залупа полная, если честно. Ну, хорошо, мы... дальше сделали. Да, на катаклизме сделали, что типа это прожимка. Это стало прикольней. Но типа на Афе это было не особо актуально, с его было приятнее играть, потому что ты в этом... Типа, подойти, ты чё, ну зачем? Ты ж типа все равно в мили стоишь. Да. Блять, устроили балаган. ГП! Типа, ну подошел в мили, тем не менее не подошел в мили. У нас вон вар стоит там, кливает в спину. Стаков. Бля, меня не кливают. Как корнес боб. Корнес, стаки скинуть. Боб, по 10 тысяч тикает. Скидывай себя. 4, 3, скидывай. 2, 1. Кислотную играем? Кислотную, да. На которой торчит на земле. Сейчас там разорвется от меня. Да, сейчас там лучше будет, я отвожу. Так, подожди. Хуй побьешь, лужу прям в это. Дал тебе каплю. Ох, бля. Заморозьтесь, Дон, пробегись. Заебись, пробегись. Я, бля, здесь за рифму отвечаю. Идеально. А чё вы без меня делали? Пиздец вы, блядь, нахуй, вы такие душные вы сидели, пиздец. Негативные, грустные, блядь, а со мной прям приятно. Сука, раньше, кофе попил, блядь, аж сам в себя поверил. Зор, привет. Привет. Бля, просто я если разговаривать не буду, я, блядь, залипать опять начну. Это разговаривай, не держи в себе. Я пытаюсь. Блядь, Войд, не бей меня, что ты, блядь, огнем, блядь, рядом пукаешь. Давайте на этой же стороне у этого щита. Все, понял, ничего, не слушайте меня. А, нет, здесь останемся. Давайте здесь останемся, сейчас добьем и здесь остаемся. Чемпионов заебись будет тебе рели, там дохуя надо пиздеть. Я не буду там в рели, я буду просто пиздеть, блядь. Вот это я могу. Да не, куда вы побежали, ну сюда быстро собрались, обратно назад все. А зачем почить, что это делать? А, чтобы вы отлетали и... Чтобы мы с одной половиной стояли. Да.
Да, приятно в актуальном контенте играть, а не в овергире, блять. В плане? Ну, циркуль ебаный. А. Я не понимаю, как там люди до сих пор сидят, блядь. Конченые. Бля, там да люди там по 50. Он говорит, у меня это мой 50-й ДК, нахуя? И меня очень раздражает, когда вот всякие уёбища заходят на Сирус, типа такой, а чё тут ссылка не открыта, фу, хуйня. Типа, охуенно, блядь. Животное ебаное, блядь. Чем ты читал, блядь, когда заходил сервер Тарас, блядь, и из какого хуя, блядь, ты, блядь, хочешь, блядь, ходить в ссылка от ебучей? Хуй не знаю, такой душный. Да не, блядь, чё интересно, блядь, типа... Я выгораю, блядь. Только нахуй, блядь. Разбежались. Свичнулись. Бьем. Корнес Геро. Айнан Массакру. Дон танкуй. А какая шапка выпала и кто выиграл? Кого? Шапку с Малчезара. Идеально тебе шел? А, этого, на Демон Хантера выпало. Демон Хантера сролил, убежал. Допинаем, не? Да, допинаем. Давайте, может, на мужика, бля. Сука, 100 тысяч. Да сейчас затикает. Дон, круть, люди отбежали все. Внимательно смотрим. Он, кто-то бежит в стену. Опа-на, панима. В берсе бьем, не буду снимать. Бля, жезл какой. И пояс без сокетов. А, блядь. Ну, пояс прям секс. Нет. Песоки-то вправду. Да. Боже. Не души. Вокруг не души. Ой, знаете что, есть у кого магическая ткань, его хуево тонна? Мне нужно на репутацию с этим, с прибамбаском. Плохо. Завтра буду делать этот трансмог черный. Хорошо. Жаль, плечи, конечно, не выпали. Вечера вообще пиздец. Я забыл про остров. Ожил. Вообще. Я вот не знаю, ретрику надо 2Т9, 2Т8 брать. Вот у меня 5Т8. Не знаю, мне вообще ни то не заходит, но Т9 поприятнее выглядит. Типа ты ни от чего не зависишь, у тебя нет опять ротации, каких-то приоритетов. Типа лицом по клавиатуре можешь кататься. Нужны гном, тебя погубит твоя самоуверенность. Перед вами Джараксус, Эрдарский повелитель демонов и Пылающего Легиона. Я до сих пор эти реплики помню, блядь. И вырезаны в твоем сознании. Да? Честно говоря, хуй знает, что это за демон, блядь, как он, блядь, здесь оказался. Блять, это я объебался, нахуй, пиздец. Ну так и было задумано, я так специально развивал. В смысле на месте? Да, высокопрофессиональный. В смысле на месте? Смотри, треугольник. Я вижу. Это зачарованное. Зачарованных смотрел, Нонт? Нет, а что это такое? Сериал? Или да. Фильм? Ага, блядь, сразу, блядь, знаешь все, что, блядь, рассказываешь. Слиться пытался. Стыдно за детство? Сабрину маленькую ведьму смотрел? О, не, ну я слышал. Не смотрел. Знаешь, что там есть код какой-то с мема? Ну да, мемный код, да, есть. Короля шаманов смотрел? Беги, малыш!
Изука, ну раздай контроль. Изука, я знаю, ты меня душой и телом слышишь, делай. Давайте, фулл ДПС, Геру, поехали. Все, давайте. От кары отбежали. Блять, даже никто не дернулся. Изука слакает, пиздец. Да КП пора лепить, блять. Пускай покупает что-нибудь. Блин, мой стак еще пиздец. Где ебать? Невер. Я схожу. Я аж развиваю просто аккуратненько. Господин зовет. Бля, ну конечно хэмка поинтереснее. Типа, нужно свичиться, нужно бить. Это ох, классно. Сейчас, смотрите, идеально раздаст. Ага, не раздаст. Испытание. Погнали. Тык-дым. Я пытаюсь поднять, что с этим поясом вообще. Слышишь, Дон, погнали в этот. Тактику Галактику. Короче, ральному пояс тоже. Да просто вперед, бля, бежим нахуй, бля, ломаем ебальники всем подряд. Давайте через хилов сыграем, чтоб пули. Ну, типа если капы соберешь и можно воткнуть. Я понять не могу, у меня типа, ну, больше брони, больше силы, больше выносливости, защиты, уклонения, чуть-чуть теряю парирование, теряю два сокета. Один сокет ровно типа на 30 выносливости компенсируется бонусом. По факту я апаю защиту, уклонение, силу, броню и теряю сокет. По статам я выигрываю. Гля, в натуре ты говорил про нагрудник, но в натуре жесткий. Ну, я также свой пояс взял. Ну, напало. Ну, один сокет, но статы там больше намного. Вот, если это, ну, уступи, пожалуйста. Я его за сокет сейчас сделаю. Для чего уступи? Ты станешь. Слышь, Дон, у тебя вопрос, а где ты меткости столько возьмешь, дядя? Ну, если с грудаком забираем, мы же меткость теряем, очень много меткости. Да, у нас ботинки. Талант, все, талант надо делать, талант. Естественно, талант 3%, да. Угу. Ну, у меня есть. Ой, я подвис, сейчас, секундочку. Что у меня? Вот, давай, красава, кто там побежал? А, бой начинается, давайте это. Давайте Харзаока, вот, первый, кто нас бежит, ему же, вот, давайте. Мазди бить надо, мазди бить надо. Тамара, Рогу играем, черепочек поставим. Душнило. Корнеса, спасите, давайте, играем, все, Геру дальте еще сразу. Нам дальше не понадобится. Ну ты плохо запулил, ты не релишь, рель сильнее. Ну, диспел. Похоже, липало, отдайте контроль. Серьезно, ну он после, и вот типа, ну... А нафига так делать? Вот подорвались. Я считаю, пиздец, за это блядь. Плюс 300 ГП. Ну его чё, блядь, зачем? Да, и поменьше плодите, и давайте быстро пройдем. Брат, этот многих уже рубит. Я что-то не понял, а что было? Вообще Дон побежал? Чего надо было перед? Как бы... Я побежал, это Анон побежал. Ага, мы разбираемся. Ну, фуд согласен, да, фуда много. Очень много фуда. Типа из этого вайпаться. Если так всегда пулять, блять, как люди будут метки ставить, кого бить по очередности и кому кого контролировать? Можно лебать, это, блять, не игра, это просто пошли не нахуй.
50 на 50 просрали уже, ребят. 45 на 30. Десятки плохо. Агрис, Ну, Маздин и первый. Это то же самое. Убьете, я ДК-шку на себя возьму. Потом ШП. Не, потом ОК, потом ШП. Ты гриппа и пробегай сразу вперед. И лужу туда. Во всем, я сбоку вообще пойду, сейчас ДК-шку заберу. Понял, ладно. Самое простое. А, дерево забаньте, этот, локо шип. Все, пуляю. Давайте не обосрёмся, пацаны. Это будет красивая победа. Ебай, попал, прикинь, какого, бля, профессионал. Шаману, ага. Если есть, давайте. Да та хуя. Да. Восполож давай. Проклятие не спи. Нихуя на меня Игорь срет. А это босс, ля, какой жесткий пиздец. Сразу видно PvP-шник, бля. Диспейли. А вот он чал падает, кастерский. Мечты из чисти, но падет. Они не падают. Нихуя себе, значит. Бля, непонятно, шлем какой-то. То ли жесткий, то ли нет. Шлем, не знаю, второй есть. Т-9. А я не брал. На Редрика канает такой шлем? Да. В принципе, да. Только Редрики обычно с этой, ну, с Агилой бегают. Да, там, ты да, да, не особо полезно. Типа можно, но не обязательно. Типа одну шмотку, типа ладно. Типа чтобы маны побольше было, и это типа мало ли там какие-то флешки, не флешки. У тебя это, ну,
плана, короче. Давайте все в точку стоим, в ангрис А. Ты тоже темную взял, надеюсь? Молодец. Я темную взял, да. Ну, правильно. Да, дайте мне пару секунд. Да. Здорово. Фась. Я освобожу Питарик. Да тихо, Зорки, брат. А что, слышно? Ага. Вот вы бьете одну, агро набирается на двух. А у них общий агро и хп. Почему тогда, если с одной меня, одну меня с меня не срывают, а вторую срывают, если у них агро общий? А, вот поменялись. Почему? Ой, блин. Кик. Там какой-то этот снижается процент какой-то. Когда по другим цветам. Переводить будешь, нет? Да, кстати. Вот и буду. Светлый, остаемся на светлой. Темную воронку переключились. Темную возьмите все. Крайне свет. Опа, чаша, заебись. Вот это нихуя себе. Бля, меч стильный. Запусти. Эй, сука, с чашей. А, и Лангрис тоже. Вообще отлично. Вы запустили ваш. А я все время с боком стараюсь, я ни хрена не понимаю. Зачем? Почему все здесь все время стоят? Никто не расскажет, что историческое? Там, где... Да. Даже не подумал. Короче, плыть меньше. Понял, прикольно. Знаешь, это тебе. Мы же в Оню не пойдем, да? Не-не-не-не-не. Слава богу, спать хочу, блядь, уже нахуй, естественно. Я хочу спать, буду, блядь. Не спать. Два зёба отбил, это я не сильно зевал. Какая шутка, блядь. Сука, разговаривайте со мной, я же сейчас, блядь, усну. Не понравится вам это всё. Мне сейчас верки разбивать сейчас. Бля, пиздец, что за сдача, блядь. То есть и неделю, блядь, работал, чтобы прийти и, блядь, звезды хуярить, блядь. Первый можешь не разбивать, я там буду блядь, посмотри на этот лук, ебан жесткий, пизда. Секс. Блядь, ну как вот херово, конечно, прыгают эти эльфы, блядь, модельки. А ночные эльфы четкие, они сальтухи крутят и так далее, а это что-то слабенько, конечно, не тот левел.
Ну, надо мне выбить этот черный лед. Займемся вопросом. А? Его нету, что ли? Нету. У меня же собака за блокти, конченый друид из Этернала спиздил, блядь. Нахуй я его рот бомбил, блядь, с его шутками, и потом он ливнул уже с Алгалона в десятки. Последний надо раз, когда это значит, будет, да, надо да. Как-то выбить. Черный лед, он секс, он нужен, как бы, эльф бездны без него чмо. Да, эльф бездны без этого копья, он чмо, просто конченый, ДПСа нету. Там, разъебываем, да? Там, конечно, сейчас верчик даю просто, да и все. А, можно, типа, сказать хотя бы там 3-2-1, так что-то в таком формате? Ну, я вот так вот могу сделать. Просто на атаке ставь эту трапу. Из пули спорта. Давайте мне обосценка позвонит. Это будет красивая победа. Давайте, моб появляется, мы просто в него свечнем. Сразу зальем его за 2 кд. Чем ты выводишь? Ты придумал какую-то дичь. Даю бог. Рановато даешь? Да нормально. Ой, опасно, не разбивайте. Секунда. Вы что, ребята? Невер, хорошая спамить. Типа, куда нам столько уж? Оставляй. Это не я спамлю. Я ж не трогаю их. Я ж поэтому и говорю, что этот. Чтобы восстановились. Ну, все равно все разбили. Они все в центре, мы, ну, типа, таймер вообще не тянем. Ну, смотри, ну, это не я, он бил, вон сверху. Я что понимаю. Типа, ну, с такими лошами хэмку не пройдешь. Конечно, не пройдешь. Я заспавнил по краям, в трех сторонах. Под босса сбегите с жуками. Донт, можно я буду называть тебя Моника? Ой, что-то эта фляга пацистой уже нашла. Мобас, играйте сразу, сейчас отводить буду босса уже. Бля, Донт опять смеется, слышно сразу в голосу. Посмеялись бы, посмотрелись все нахуй. Сейчас, блядь, убивать будем босса, ну нахуй, блядь, разбежались. Губка, да? По-отцовски. Карнаса есть? Там лужа сейчас разольется по дороге. Понятно, понял. Ничего, нормально, живем. Их много. Мы не в хейме, давайте подрасслабимся немножко, спать все-таки хочется.
Я все разобью. Чтобы вы, не дай бог, не умерли. Беги, малышка, беги! Хорош. А что он, типа, на бабл? Что за хуйня? Нельзя бабл нажимать здесь. А, он просто меняет таргет, да? Беги, конечно. И ускоренно бежит. Нормально. А, Витя, дай по нему ГРП из УК. Вроде не ускоренно бежал. Вангрис. Вангноубосс. Со скоробеями под боссом бегите. Типа собьем, переводим его. Успеем до моба? Не успели. Давайте моба. Моб уже идет. Ну перевести и добить моба можно. Да можем, но. Не, лучше Ставь. Сразу. Играйте, играйте по боссу, я уже почти добил моба. Непонятно, не хотите. Ну, как хотите. Приста баф снимаем. Не забываем. И баф на хп снимаем. Я просто вместо приста баф. Бывает. Все, крестик и квадратик прохиливаете. Геру сдавай, Айнон. Гера, да. Давайте, за себя и за Сашку. Никто, блядь, этот фильм ебаный не смотрел, что ли? Движение вниз? Ну да. Ну я на самом деле тоже не смотрел, но я смотрел обзор от Бэткомедиана. С нарезочкой. За себя и за Сашку. Типа, за Альян, за Орду, за себя и за Сашку. Какой ёбнутый фильм. Вы же в курсе, что из-за него, типа, вот все, кто живые остались, там, родственники вот, тех баскетболистов, они же подавали в суд и уполномоченного по правам человека о том, что, типа, прищемление прав и искажение истории. Но их, типа, нахер всех послали. А Бэткомедиан, ну, блядь, наоборот, типа, дали этот... типа, благодарственные письма писали. Чё и честно. Меч какой пошёл нахуй. Согласен. Гля, глиттер ПБ чисто на паладина, по-моему. Угу. Бля. Так, бля. Доброй ночи, ребят. Да, все, спокойной ночи. Спасибо за рейд, давайте.